Меня зовут Дорогина Екатерина, я обучаюсь в Техническом пожарно-спасательном колледже имени Героя Российской Федерации Максимчука. Волонтерским движением я занимаюсь давно, участвовала в различных мероприятиях по здоровому образу жизни, социальных мероприятиях. После пришла идея создать свой проект и реализоваться. Наш проект называется «Командор. Создание и обучение действиям в чрезвычайных ситуациях». Цель этого проекта – создать волонтерские группы, которые смогут адекватно реагировать в различных чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, социального характера. С детьми будут проводиться практические занятия, где будут подробно рассказывать и показывать, как нужно оказывать первую помощь, как нужно действовать при чрезвычайных ситуациях, как выживать в различных условиях. Волонтер – это человек, который совершает поступки на благо общества и не требует ничего взамен. Хочет помогать и помогает.